На прошлой неделе славянские школьники побывали на необычном уроке истории в кинотеатре «Кубань». О событиях Первой мировой войны учащиеся старших классов из школ города узнали из премьерного кинопоказа современной военной драмы «Батальон». В фойе кинотеатра перед просмотром исторического фильма ребята могли познакомиться с книгами о военной истории страны. Организовали тематическую экскурсию школьников в кинотеатр на военную драму специалисты управления образования в рамках месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. В свою очередь педагоги школ города с радостью откликнулись на такое мероприятие. Этот фильм необходим для того, чтобы дети осознавали все ужасы войны, осознавали то, что войны на земле не должно быть. И защитниками Отечества могут быть не только мужчины, а женщины. Ведь фильм о том, что женский батальон в Санкт-Петербурге во время гражданской войны был батальоном смерти. Да? Он защищал свой город. Более 200 школьников пришли в этот день на сеанс фильма. В зрительном зале не было свободных мест. Девятиклассница школы номер 18 Екатерина Шамрай пришла, чтобы окунуться в события тех лет, лучше понять историю. Я думаю, мы должны смотреть такие фильмы, должны знать о патриотизме, и мы должны знать, как все это происходило на войне, должны знать про наших дедов, которые воевали, бабушек, мы должны все это видеть и понимать. Мы знаем о нем много нового, то, что нам, может быть, не расскажут в школе, что мы погрузимся в историю этого фильма, что это повысит наш патриотический настрой. Мы увидим, как отличается общество нашего времени от общества того времени. В основе фильма уникальная история – подвиг батальона женщин, созданного в Петербурге по приказу Временного правительства в 1917 году, чтобы поднять боевой дух армии, а также устыдить солдат-мужчин, отказывающихся воевать. Мужчины не воспринимают батальон Марии Бочкаревой всерьез, несмотря на то, что он выиграл много сражений. Для девушек фронт становится настоящим испытанием. Каждая из них знает, что очередное сражение может быть последним, но они не унывают и гордо защищают свою родину. Просмотр этого фильма не оставил равнодушным никого. Ведь такие мероприятия воспитывают у молодежи дух патриотизма. Такая же задача стояла перед создателями фильма – вернуть память поколений как основу патриотического воспитания. Тина Копачевская, Игорь Иванчугов, Александр Косицын. Программа «События».